Добрый день. Сегодня будем устанавливать The Sims 4 с дополнениями. Итак, мы нажимаем Setup. Вы хотите разрешить этому приложению неизвестному издателю вносить изменения в вашей компьютере? Да. Подождем, пока распакуются файлы. Итак, установка The Sims 4. Приветствует вас, приветствует мастер установки. Далее. Так. Это будет C Games. Это куда будет установлена игра. Свободное место в данный момент у меня 28 гигов. Необходимо 15. Это можно галочку не ставить, можно ставить, как вы хотите, создавать в папку впуск. Ну, мне, допустим, не нужно, я могу, не надо мне. Нажимаем далее. Создаем на рабочем столе ярлык и установить. И ждем установки игры. Я пока что нажму на паузу. Итак, прошел уже примерно 1 час установки игры. Как игра установилась, у нас устанавливаем DirectX обязательно. Да, я вначале не сказал, что мы устанавливаем. В эту входит сюда, вот у нас установилось. Что у нас входит в эту игру? Опа, так, установить. Так. C++, далее. Устанавливаем. В эту The Sims 4, так, установлено, завершено, готово. Входит The Sims 4 оригинальная. Затем, так, repair, мы их cc+, close, еще раз, так, завершено, завершить. Сюда в эту игру входит The Sims 4, потом Spa Day, веселимся вместе. Каталоги несколько. Я когда буду показывать, это так, защитник, иди сюда. И мои любимые